Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Пришла посылка с My Indie ко мне. Я уже что-то из нее здесь потестила, попробовала. И хочу поделиться, рассказать, что у меня было в этой посылке. Ну, в этой посылке у меня было из продуктового вот такой чай органический тулси с имбирем. Я уже его попробовала. Очень-очень ароматный чай. Листья при низкой температуре сушатся, поэтому он очень ароматный. И из-за имбиря, конечно, он немножечко остренький такой. Поэтому, когда первый раз готовила чай, положила чайную ложку, как и рекомендуется, на 200-300 мл воды. Но мне показалось для меня островатым. Ну, видимо, может из-за имбиря. Если бы имбиря не было, то такой он крепкий для меня сильно получился. Поэтому можно где-то даже половинку дозировки. И будет хорошо. Тулси такой очень полезный чай. Он как и успокаивает. Для желудка очень полезный, потому что здесь имбирь есть. Ну и сам как бы тулси — это священный базилик, как бы его называют. Поэтому в Индии он ценится. Тем более, что, я так поняла, здесь несколько видов вот этого тулси, базилика органического. И органический имбирь в составе. Ну, в общем, очень хороший чай. Я такой чай уже заказывала с iHerb в пакетиках. Ну и как бы еще решила попробовать в рассыпном виде. Попробовать с My India. По весу здесь 75 грамм, ну как бы баночка такая металлическая, с крышечкой такой пластиковой, и вот здесь еще есть пакет, как бы, поэтому чай в принципе герметично хранится, воздух не попадает. Здесь даже расписано, какие витамины есть в составе. Витамин А есть, витамин К, витамин С и минералы еще есть. Вот, ну в общем, мне этот чай как бы понравился, буду его дальше пить. Его можно пить как в холодном, так и горячем виде. Получается, что зимой он более как согревающий, летом охлаждающий. У него есть такая свежесть как бы из-за базилика, вот этого тулси, поэтому чай мне понравился. Еще я заказала здесь из косметического вот такое масло для волос. Мне нравятся индийские масла, уже готовые смеси всевозможных масел, которых самостоятельно не сильно составишь, поэтому мне нравится. Я до этого брала вот такое масло. Оно очень такое ароматное, конечно. Это более такое просто пряное обычное масло. Вот это, конечно, я уже, видите, сколько использовала. Хорошо им пользоваться. Здесь небольшой, правда, объем, но все же хватает 120 мл, а здесь 200 мл объем побольше. Единственное, здесь немножко неудобная баночка, поэтому, когда у меня закончится это, я его перелью, потому что много льется, а в этой все-таки баночке есть такой дозатор. Вот, ну, вот это масло в предыдущей посылке заказывала. Кешканти называется, Патанджали. Марка Кешканти, вот это называется. То есть они разные масла с разными составами. Но вот это очень такое ароматное, прям такой аромат этот волос даже после того, после применения, если вам нравятся такие индийские травы, масла, то вот будет такой аромат благовоний от волос. Вот это более такое просто как пряное, как больше как специи индийской кухни пахнет. И это называется Махабхаринграч Ойл. Это масло, чем оно меня заинтересовало, оно укрепляет луковицы волос, то есть укрепляет волосы, делает их блестящими сами волосы, то есть если распределять по волосам, ну можно втирать, я так поняла, в корни, поэтому укрепляет волосы. И еще избавляет от головных болей и шейных спазмов каких-то, даже там написано. Ну, в общем, как бы расслабляет оно, видимо, нервные окончания, и таким образом у него еще такой лечебный эффект. Ну, в аюрведе так масла и используют, их наливают сначала на голову, распределяют по телу. То есть такое, как аюрведическое масло. Срок годности здесь хороший, еще 2 года. Объем хороший, большой. Запах у него такой пряный. Будет от вас пахнуть, конечно. Это не нейтральное масло, которое, как вот бывает, мы на волосы наносим. Вот, и еще в этот раз для волос я заказала краску. Коричневый цвет. Я ее еще не пробовала. Здесь перчаток нет. Вот есть два вот таких пакетика, которых между собой, видимо, надо смешать и оставить на 30 минут. Ну, пока я еще не пробовала, мне не время использовать краску. Я выбрала темно-коричневый Dark Brown 406. Крем-краска для волос. Закрашивает седину, увлажняет волосы. Здесь алоэ вера. И состав вроде как натуральный, без аммония. Здесь нужно смешать, распределить по волосам, оставить на 30 минут и смыть. И еще у меня здесь из БАДов заказала повторно Трифалу и Крюэль. Я уже Крюэль пропивала, несколько банок заказывала. И еще там противопаразитарный сейчас препарат расскажу. Ну, Крюэль — это у него идет как бы показание. Очень мощный препарат, который предупреждает всевозможные онкологические заболевания раковые на начальной стадии. Раковых заболеваний даже рекомендуется принимать для усиления иммунитета, видимо, как бы он еще идет, Крюэль. Ну и еще его особенность — он принимается при доброкачественных опухолях. Ну, там у него еще другие какие-то есть показания. Называется Крюэль. Это аюрведическая медицина, которая тут такие ингредиенты очень интересные.
здесь даже, по-моему, ртуть входит, которая используется в аюрведе. Очень много смесей, и можно как профилактику его очищения крови принимать противоопухолевое такое средство. Я заказывала уже с My India тоже трифалу. Мне, в принципе, понравилось. Это в таблетках. Конечно, трифалу может лучше и в капсулах пить. Ну, вот эту я заказала в таблетках. Здесь самый, наверное, такой большой объем, который была возможность заказать. Шри Ганга трифала таблетки. Ну, трифала такая смесь трав, которая принимается в течение года, считается, для полного очищения и омоложения организма. Чистит хорошо кишечник, мягко содержит витамин С, выводит токсичные вещества и антибиотики с организма. В составе, по-моему, так как она называется трифала, там, по-моему, входит три ингредиента очень таких сильных: амалаки, харитаки и бепхитаки. И вот эти ингредиенты, это, ну, как бы давно уже, как бы по легенде, там старец один хотел жить вечно, как бы продлить себе жизнь, и вот он собрал эти травы и принимал, или ему собрали, в общем, такая есть легенда. Еще трифалу заказала. И еще нашла такой препарат интересный, Круми Кутхар Раса называется. Это такой препарат, кстати, увидела, что и у нас его продают в интернет-магазинах. Это, возможно, может, кто-то уже знает, это такой противопаразитарный сбор, который практически действует на все те гельминты, простейшие, мелкие и даже там крупные. Ну, в общем, короче говоря, он даже бычий цепень там в перечислении. Якобы здесь травы, которые очищают от паразитов. Ну, то есть я периодически прохожу противопаразитарные программы, и меня заинтересовал этот курс. Здесь, ну, рекомендуют 1-2-3 раза в день. Ну, я нашла усредненный курс, который принимается 2 таблеточки вот этих в день, и принимать его 2 недели, 14 дней, потому что вот это как раз инкубационный период, чтобы застать, когда вылупляются следующее поколение вот этих паразитов. Вот желательно пропивать, ну, если вам, например, даже вот надо пропить химические там 3 дня там противопаразитарки, то надо следующие 10-14 дней следующий курс пройти. 60 капсул здесь хватит даже на 2 курса, если на одного человека. Поэтому попробую. Такая противопаразитарка. Оно имеет свойство еще, помимо очищения от паразитов, тетрагонное как бы действие имеет. Там написано. Вот такая была посылочка с My India. Не забывайте применять промокод Rajani, который дает скидку 6%. Иногда даже сайт дает 10%. Поэтому проверяйте. Бывает такая акция, что и больше дается по промокоду. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. Всем здоровья. До свидания.